Друзья, снимаю короткое видео о пробивке шпон-паза на маленьком китайском станочке. Нужно было пробить шпон-паз. Из-за большой такой нужды решил на своем маленьком станочке это все сделать. Вот, изготовил такой резец. Я его потом покажу. И прибавляю примерно по 3 сотки и потихоньку так вот шпон-паз так потихоньку прошивается, прибавляю по 3, больше в принципе не надо. Конечно, времени это занимает очень много, но когда других вариантов нету, вот стружка такая. Но когда других вариантов нету, можно потихоньку так все сделать. Так, друзья, пробил шпон-паз. Такой шпон-паз. Ну и вот этот шкивок я выточил. Так, сейчас посмотрим, какой у меня резец. Приспособа. Значит, вот сам режущий элемент, выполненный из быстрореза. Просверлено отверстие, он туда вставлен, болтом закреплен. И как я его выставил? По центру, как он по оси его выставляется. Значит, сначала я изготовил вот эту заготовку, вот эту, вставил ее в патрон, и в это вот отверстие вставил пруток такой длинный, и его этот пруток выровнял по уровню. То есть он был по уровню. Этот был в патроне вставлен, зажат. Потом державку вставил рессодержатель. Эту державку выровнял рессодержатель. Все вместе совместил. И вот здесь прихватил в этом месте. Потом все открутил. Вот эту, ну, из рессодержавки обварил. Сделал потом дополнительно вот эту еще сбоку. Но она, наверное, особо не нужна. Если вот это у меня длинная штанга, и он немного отгибается. Но если сделать покороче, то и отгибаться не будет. Не, ну мне просто надо такие длинные шпон-пазы пробивать 50 миллиметров. Поэтому она у меня длинная. А если небольшие надо пробивать, как вот на этом, то тут можно было и короче вот такую сделать. И он вообще не будет нагибаться. Ладно, друзья, до свидания. Спасибо за внимание.